Моя милая малышка, ты рядом с папой будешь всегда. И если люди тебя хоть пальцем тронут, они сильно пожалеют. Ведь папа любит тебя. С самого ее рождения я хотел уберечь мою кровинушку. Поэтому я создал такое место, где монстры могут чувствовать себя в безопасности. От них! Люди нас ненавидят! Они кровожадные, да еще страшно шумные! Пап, тут по всем кладбище плачет. Номер 27. Номер 27. Я хочу вырваться отсюда и увидеть мир. Эй, милая, ты еще слишком маленькая. Мне уже 118 лет. Не пытайся меня разжалобить. Это отель Трансильвания. Все наши друзья-монстры здесь. Мумия, оборотень. Да, мы тут пошалили немного. И твой дядя Франкенштейн обещал прилететь. Уборщицу сюда! Здрасте! Фу, человек! Как ты нашел это место? Ой, я просто по горам лазал с друганами, а потом мне рассказали про ваш навороченный замок. И, кстати, о наворотах. Плащик у вас зачетный! Ух, какие крутые костюмы! Я типа Франкенштейн! Ух ты, а тебя как звать? Меня зовут Мэвис. Дочь Дракулы влюбилась в человека! Живо в угол, ты наказан! Я уже не ребенок! Пап, ты серьезно? Ты пойдешь со мной! Размечтался! Почему же мне больно? С дороги, дедуля! Держись подальше от моей дочери! По-моему, твой старик ко мне проникся. О! Здрасте. Монстры на каникулах. Теперь уходи и не возвращайся более. Минуточку, а куда не возвращаться-то? В отель? Что? Я же применил свою магию и стер твою память. Я смотрел тебе прямо в глаза. А, может, дело в линзах? Что? Сейчас, подождите, я их сейчас покажу вам. А, это самое отвратительное зрелище, которое я видел! Еще чуть-чуть.